Жители Петропавловска жалуются на некачественную уборку снега. Люди опасаются, что скоро сугробы растают и вода подтопит их дома. Зайра Джакупова разбиралась в ситуации. В этом году на севере страны осадков выпало вдвое выше нормы. Накопившийся за эти месяцы снег с повышением температуры начал таять и создавать немало неудобств горожанам. Несладко приходится не только водителям. Вот нужно в магазин пройти, а как тут пройти? Тут лужа, тут такой покат скользко, тут снег, проваливаешься, невозможно идти. Приход весны жительницу окраины Петропавловска Наталью Чорба совсем не радует. Уже давно женщина просит отдел ЖКХ вывести груды снега с улиц микрорайона. Однако сугробы до сих пор продолжают красоваться на тротуарах. Снег не вывозился за зиму ни разу. Тротуары все в снегу, по поясу, то где-то и выше даже. И остановка раз за зиму была всего вычищенная. Детьми вот люди идут со школы тоже. Как вот они сейчас вот растаяло. Снега было много, вот так вот за зиму не вывозили. Жители хромзавода очищают придворовую территорию, насколько это возможно. Но куда девать снег, никто не знает. По дороге идут, потому что тротуары не убираются, ничего, снег не вывозят, все. И все, автобусы разъехаться не могут. По словам специалистов ЖКХ, из-за большого количества снега коммунальные службы не успевают его вывозить. В областном центре эту работу осуществляют 10 предприятий. В день на службу выходит около 70 единиц техники. Убирается снег на самых подтопляемых районах. Если вот брать отдельно хромзавод, то в этом микрорайоне два раза убирали снег. Остаток всего снега в ближайшее время будет убран. Что касается дворов жилых многоэтажек, там уборкой снега занимаются КСК. Жилищная служба Петропавловска обслуживает 52 дома. За месяц ими вывезено свыше 2000 кубометров снега с 38 дворовых территорий. Техники не хватает, потом не успеваем. Сейчас вот остался на пару дней. Вот Ухава улица, Ибраева 17, Ибраева 13, 15 и заканчиваем. Снег вообще много было. Вывозили по 50 рейсов в день. До ночи работали. Всего с начала зимнего периода из Петропавловска было вывезено свыше 500 тысяч кубометров снега. Зайрат Джакупова, Толя Генеманов, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар 24.